обратите внимание, они ведь ведут политику очень выборочную. Против Белоруссии санкции введены, да? Против России сейчас масштабные санкции, а против Казахстана санкции не введены. Хотя, по сути, одно экономическое пространство. То есть они все время пытаются бить на раскол. Точно так же, как в финансовой сфере России они ввели санкции против государственных банков, а против частных банков они не вводят. Почему? Посыл к предательству. Предайте, профинансируйте государственный переворот, беспорядки в России, и все, и дальше у вас не будет никаких проблем, как и сегодня. А если вы начнете активно поддерживать политику государства, мы ведем против вашего Альфа-банка санкции, и все.